Общероссийская акция «Бессмертный полк» вновь состоится 9 мая в Красногорске. Шествие пройдет по Волоколамскому шоссе от улицы Циолковского до ДК «Подмосковье». В этом году заявку на изготовление штендера можно подать не только в МФЦ, но и в молодежном центре. Необходимо предоставить фотографию родственника участника Великой Отечественной войны и его данные. Заявки принимаются до 4 мая.